Обычно у нас это проходит с 11 до 7 часов. Естественно, перерыв на обед. То есть будем работать как? Step by step. Я вам показываю, и вам делаю. Да, да. Чтобы у нас не было так, что я собрала работу, вы забыли уже, что там было, с чего начиналось, и пошли делать работу. Вот здесь сильно не расширяется. То есть, чтобы оно у нас сильно не расходилось, вы можете поставить этот шпиль на ограничитель. Как ограничитель? Накручивали каждого, густота своя, накрутка была в одну сторону, в другую сторону. Главное, чтобы вы сюда ее потянули как можно ниже. Вообще здесь нужны, конечно, тоже зажимы, чтобы он поработал. Можете работать еще на шпильках. Сейчас покажу вариант с зажимом, вот вариант со шпилькой зажима. То есть вот, фиксирую вот эту внутреннюю часть. И дальше сейчас начинаю вытягивать волну там. Прядка должна быть, то есть концы у вас не должны быть спутаны. Если она будет хоть чуть-чуть спутанная, то у вас не пойдет и не будет натянуться волна сама по себе. Подтягиваем ее как можно выше, чтобы получился у нас вот этот кром выпрыгнул. То есть не растягиваем ее вот так вот вниз, а как можно повыше делаем, чтобы волны были такие крутые, объемные. И ведем на лицо, как можно сильнее, чтобы прикрыть весь наш начёс. Её растянуть надо саму волну, то есть не в одну плечу, а вот, вот она уже. И вот она, вот здесь.
вместе все выплавит. Вот здесь волну.